Давайте вы здесь крошечкой, а чуть-чуть, немножко. Михалыч, она разбивается постоянно, что толку и сюда. Да крошка надо сыпать. Канал выкопать, чтобы вода ушла. Здесь нереально ее сыпать. Мы там насыпали, ее все расхренали. Она... Сколько песка? Песка 320. Вот. Соль где? Вот, вот это вот, да? Вот здесь. Вот. Сколько прошлого сезона? Вообще на зиму как минимум тонн, 50 соли. Тонн соли. Это как минимум, чтобы сделать нормальную консистенцию. И вот сюда прибавились от забудки. Над ними пошел. Вашему мнению, парк техники и для уборки города, насколько вы видите готовность, и вот прибыла новая техника, есть ли планы еще что-то закупать? Я считаю, что на сегодняшний день город готов к уборке города в зимний период. Что касается техники, то 2 единицы уже в строю, уже работают, приступили к работе по устройству. Ну, еще ожидаем 1 единицу, что в ближайшее время решим этот вопрос. А так, в целом, конечно, безусловно, планы будем. Мало того, что приобретать, будем обновлять те, которые уже, скажем так, свой период уже пережили. Вот. И постепенно будем обновлять. Старый сбавляется, новый приобретатель. А в общем хозяйство, по вашему мнению, вот вообще в Ивангороде в каком состоянии? Да. Ну, что касается предприятия, то, скажем так, видно позитивные сдвиги, что касается службы заказчика, но есть еще нюансы, мы сейчас прошли по территории, нужно будет еще особо провести определенные мероприятия по наведению порядка на территории. А что касается города, проблемы всегда есть и будут. Поэтому я думаю, что наша как раз-таки задача сделать так, чтобы это было дальше.